В Славянку приехали сильнейшие спортсмены России по настольному теннису. Спорткомплекс «Олимп» стал местом подготовки сильнейших спортсменов страны ко всероссийским соревнованиям. Комплекс был открыт чуть больше года назад. За это время он прошел сертификацию и был включен в реестр объектов спорта на территории Российской Федерации. На Славянку мы впервые приехали, для себя сделали такое открытие этого прекрасного места. Нравится здесь все, очень нравится природа. Теплое море. Я был реально удивлен, что здесь есть такой спортивный зал. Насколько мы сейчас пообщались еще с директором, он загружен здесь с утра до вечера. Когда идет учебный год, действительно условия, можно сказать, вообще обалденные. К теннисистам сборной России присоединились и приморские спортсмены. Сейчас у нас мы готовимся непосредственно с 1 по 10 сентября у нас будут проходить в Олимпийце, в Владивостоке первые всероссийские соревнования на территории Приморского края. У нас прилетают 23 региона России. Наши спортсмены проходят здесь сейчас подготовку к этим соревнованиям. Совместно с УГМК. УГМК – это сильнейший клуб на данное время в России. А в прошлом году они были сильнейшие в Европе. Сейчас они сильнейшие в России. И у нас есть возможность тренироваться вместе с ними. За 4 года доля приморских жителей, которые занимаются физкультурой и спортом, выросла до 56%. Это стало возможным благодаря созданию необходимой инфраструктуры. В целом, за это время в регионе построено и отремонтировано около 1000 крупных и малых спортивных объектов. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.